Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Так, ну что, за Лигу Самураев мы забираем награды, 70 баксов. Так, в магазине пак бесплатный. Ничего тут не выпадает, 5 долларов только лишь. Так, ну что, давай посмотрим. Нас скинули, наверное, да? До двух звездочек нас все-таки сбросили. Ну, поехали. 41 ранг у наших противников. Тем более, я смотрю, здесь всего лишь два. А, три золотых. Три золотых, значит, мы сделаем. А я ничего не буду делать. Я так и поставлю, друзья мои. 43 и 44 против 56. Ну, не знаю. Должны, в принципе, справиться. Есть у нас тут кем, как говорится, повоевать. Единственное, что мне не нравится, вот этот вот Микеланджело. Твою налево. Сейчас будет уклонение. А, лечение. Ну, лечение не так страшно, а вот уклонение было бы, наверное, похуже. Сейчас Мондагека будет делать ход. Он, наверное, будет ставить ускорение, скорее всего. Хотя, может быть, он даже и не успеет. Угу, он не успел. Так, валим тогда, наверное, майки. Куда ты разогнался? Куда ты разогнался, парень? Ну, понятно. Слушай, ну мы выдерживаем. Даже очень неплохо. Особого урона не получаем. Поэтому давай, наверное, сейчас по Рафаэлю звезданем. Вырубили мы его. Теперь по Рокстеди. Слабо это было. Это было очень слабо. Замечательно. Так, и выживает. Все. Все, друзья мои, ну что, своими силами справились. Я имею в виду без помощи высокоуровневых персонажей. Так, и да, мы вернулись в Лигу Самураев. Сотое место, то есть 24 ступеньки мы пролетели и продолжаем. Так, у них до сих пор 44-45 уровень. Тут я не вижу особых сильных бойцов. Но мне надо взять кого-нибудь с массовой атакой. И это, например, будет у нас Рафаэль. У Рафаэля гидрант, насколько ты помнишь, он также может еще и хильнуть команду нашу. В общем, должны мы тут справиться. Так, начнем. Фигово, очень фигово, ребят. Так, кого бы лучше? Наверное, Кирби. Надо попробовать ушатать. Ага. А если так? В общем, лекаря у них нету. Теперь массовую атаку от Рафаэля. О, замечательно. Шипы. Все. Крип победил Макмана. Подловил его на шипах, короче. Сколько ступенек мы пролетаем? Ага. Также, ребята, 24 ступеньки мы прошли. То есть, я, насколько я могу понимать, мы по стандарту сейчас будем именно 24 ступеньки проходить. До следующего ранга. Ну, я надеюсь на это. Взял Донателло специально здесь, в эту команду. Он будет ходить первым? Да, он будет ходить первым. Я надеюсь, кого-нибудь уронит. Кого-нибудь. Он уронил вообще всех. Прекрасно. Неожиданно, но прекрасно. Значит, мы с тобой в Лигу Сёгунов должны будем забраться. Так. Ну, здесь возьмем эту команду. Также давай возьмем Джастина, наверное, здесь. Не такой уж он и сильный, но все-таки, ребят, массовая атака, плюс у него дебаф накладывается. Ну, я про запах изо рта, я именно про это говорю. Так, понятно, что Микеланджело ходит первым. Да. Атака оставляет желать лучшего. Так, ну тут, по идее, Кирби надо вырубить. Так, ну что, Джастин, давай. Ага, он и понизил броню. Ну и Леонардо, естественно, по пониженной броне пробивает свой козырный удар и, соответственно, слэш падает. Так, 20 какая там? 28-я у нас. 28-я позиция, 14-18 также берем с тобой и дальше делаем следующим. Берем слэша. Раз, два, три, четыре. Тут у нас есть Леонардо со своей массовой атакой на запрет лечения. Также слэш, не забывайте про вертушку его. Не знаю, сможет ли он уложить всех.
Да, он смог. То есть 40-й уровень он ложит на ура. А вот 60-й, к сожалению, нет. Ну что, еще немножечко, и мы с тобой в Сёгуны перейдем. Долго мы, конечно, сюда добираемся. Так, подожди, подожди. Блин. Было же, блин, 15-19. Нафиг. Во. Ну, я возьму здесь зэка. Я беру не особо, ребята, сильных высокоуровневых персонажей. Но это чисто для подстраховки. То есть он как бы делает первый удар. Соответственно, моим малышам надо будет просто добить. Если, конечно, после этого кто-то выживает. Давай, Шреддер. Прекрасно. Прекрасно. Так, продвигаемся. Ну что, наконец-то, друзья мои, мы добрались до Сёгунов. До Сёгунов только лишь добрались. И смех, и грех. Возьму я Кунаичи. Ну, я в ней уверен. Ты видел, как она бомбит довольно неплохо со своей массовой атакой электрической. Я думаю, на этот раз она тоже нас не подведет. Проверим. Просто прекрасно, ребят. А когда она у нас была не прокачанная, она не особо хорошо бомбила. Ты заметил, да, в прошлых сериях? До того, как мы ее повысили в сотку. Нет, она бомбила, но не так круто, как сейчас у нее это получается. Так, берем Рафаэля. Ну, не знаю, Рафаэль, по идее, должен с одной плюхи вырубить всех. Ну, может быть, кого-нибудь оставит, как это обычно у нас в игре бывает. Проверяем. Нет, не дал шанса никому вообще. Всех, всех под одну гребенку вырубил. Ну что же, переходим на 38-ю позицию. То есть, получается, мы в Сёгуны две звезды сегодня тоже доберемся. Так, я возьму, наверное, здесь Магмана. Раз, два, три, четыре. Сколько же у нас, ребята, 57-х и 56-х уровней? Просто тьма тьмущая. Когда мы их прокачаем, неизвестно, вообще неизвестно. Это очень-очень-очень долгий процесс. Так, еще один поединок, судя по всему, и уже мы точно будем с тобой в Лиге Сёгунов две звезды. Я возьму, наверное, здесь Рафаэля, Микеланджело. Рафаэль и Микеланджело, да? И вот так вот сделаем. То есть Майки у нас будет ходить первым. Я, наверное, все-таки поставлю уклонение. Это лучше, чем один удар сделать по какому-нибудь из противников. А вот Алапекс уже пускай бомбит. Посмотрим заодно, как она сейчас будет наказывать. Ну, видишь, по некоторым противникам довольно неплохо бьет. А по некоторым урона практически вообще не ощущается. Тьфу, промахнулся. Так, ну давай попробуем Криса Брэдфорда убрать. Отлично. Одного за другим минусуем. Сейчас Эйприл, если будет ходить, естественно, она будет, скорее всего, лечение делать. Это стандарт. Это стандарт, друзья мои. Удар по земле. Добиваем Леонардо. Ну и остается у нас Эйприл. Все. Эйприл больше нам не мешает. Так, смотрим. Переходим мы или нет? Должны, конечно, должны, ребят. Фух, Сёгун две звезды. Давай смотреть, перейдем ли мы в Сёгун три звезды сегодня. Персонажей вроде бы как хватает. Опять же, зависит от того, сколько нам ступенек. Если мы сейчас будем всего лишь 10 проходить, то нам придется... Сколько нам придется? 10 боев устраивать нам придется. Вот что я тебе скажу. Опа-на, кабан, ты чё? Кабан. В любой форме, ребята, кабан тоже такой живучий. Я уже заметил это неоднократно, что Донателло, что кабан. Так, 74 место, и мы берем, наверное, блин, вот эту команду я возьму, потому что там слишком много Микеланджелы. И они будут бомбить. А у нас уже все, ребят, 70 уровни пошли, так что они до сих пор на 54-х, а у нас уже 70-е. То есть, соответственно, мы
А будем сейчас их разбирать одного за другим. Так, ну что, давай бросим паутинку. Наверное, это будет финиш. Ну, а-а-а. Нормально, Майки там выжил. То есть выдержал удар паутинки. Ну ладно, это все равно ему ничего не дало. 54-я позиция. Ищем, ищем, ищем. А 16-21, наверное, рановато, да? А чтобы пок... Нет, дают. Так, я беру тогда здесь Армагона. Потому что здесь Микеланджело 60 уровень. Все равно инициатива у него хорошая. Он может начать ходить первым. Но Армагон, конечно, ему не даст этого шанса. Потому что он сотый и со своей инициативой, конечно же, переплюнет. Прекрасно. Что и требовалось доказать. Плюс он еще, когда бросил волну, на себя поставил еще защиту, броню. 30-е место. Ну да, да. Лига Сёгунов. 3 звездочки сегодня будет взято. Получается так. Ну что, возьму Пиццелицева. Раз, два, три, четыре. Из этой команды самый мощный — это Пиццелицей. Потом бы я отметил, наверное, Карайку. После Карайку Змею. И потом идет Сплинтер. И после Сплинтера я уже отмечу Тимати. То есть Тимати самый последний здесь. Так, нате. Ел я, ребят, недавно это кальцоны. Ну, я тебе скажу, такое себе. Мне не особо понравилось. Вот. Во-первых, какая-то неудобная форма. Может быть, она просто развалилась у меня в руке. Как по мне, так и будет лучше. Так, ну что здесь? Здесь у нас Леонардо делает вертушку, наверное, смертельную, да. Смертельную для всех. Причем мне нравится, вот он стоит, когда, да, в обычной позе, у него повязка сзади не шелохнется. Когда он стоит в победоносной стойке, повязка у него почему-то колышется на ветру. Странно. Ну, давай вот это вот возьмем. Якей Лимария. Раз, два, три. А тут у нас... А тут у нас все, друзья. Мы всех бойцов с тобой уже отыграли. Вот такие пироги. Ну что, Усаги, давай бомби. Делай свою крученую атаку. И, в принципе, маузеры добьют. Вот этим лучом. Для них не проблема. Ну а мы, друзья мои, все. С ареной на сегодня заканчиваем. Так, зарабатываем с тобой позицию 76-ю, Лига Сёгунов 3 звезды. Я думаю, к следующей серии, наверное, нас сбросит опять же в Лигу Сёгунов 2 звездочки. Это просто неизбежно. Ну что, мы идем проходить серию испытаний. Сделаем вот так вот. Погнали. Ну, бросим... Как это назвать-то, я даже не знаю. Бросим эракес. Так, ушатали. Постепенно урон раздавил. Так, ага. Ну, у них, по-моему, отложенная смерть, насколько я помню, вот у этих кланфутовцев была. На всех висит постепенный урон. Ну-ка, давай звезданем. Да, один. А, два даже выжило. Но там, ребят, на них постепенно урон висел. Плюс мы сняли с них защиту эту. Отложенную смерть. Поэтому они упали бы вместе. Даже если бы Армагон не стал бы ходить. Так, дальше у нас. А дальше у нас идет что? Поиски. Так, по уровню мы с тобой прокачиваем Донателло. Если у нас хватит, конечно, мутагена. Спорный еще вопрос. Ну где-то вот он. Хватает, ребят. 75 уровень он получает. А здесь, здесь нам, блин, еще 7 ноутбуков нужно найти. 7. Какая-то проблема с этими ноутбуками. Раньше, помню, вообще они выскакивали только в путь. Сейчас, ну, практически невозможно. Это уже какой там день. Игру третью или четвертую. Так, три есть уже, хорошо.
4. Так, 4, 5. Ну давай, давай, родной. 6 и последний ноутбук. Последний, последний ноутбук. Да какой, ну-ка. Мне кольцо крутости. Вот когда оно нужно будет, кольцо это крутости, они фиг тебе будут давать. Вот. Есть, нашли, неужели? Так, и 20, блин, комиксов. 20 комиксов. Комиксы, ребята. Так, нам этот же, да? Комиксы идут в серой оболочке вот такой. Это значит, что чаще выпадать будет вот этот фляга, потом идет вот это. И уже последнее, это идет золотая рамка. Все, пицца кончилась у меня. Че я там нашел-то? Всего лишь один комикс. Еще 19 нужно найти. Так, это мы забрали. И до испытания, что у нас там? Когда оно будет? Сегодня у нас... А, только среда. Только лишь среда, ребят, сегодня. Так что это получается среда. У меня сегодня рабочая смена в ночь. Среда, четверг, работаем. Пятница, суббота, воскресенье я отдыхаю. Понедельник, вторник я работаю. И все, ребята, я в отпуск. И я в отпуск пойду. Да. А на сегодня получается у нас по черепашкам все, друзья мои. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.